сети появились характеристики всех iPhone 2018. Презентация гаджетов должна состояться 12 сентября 2018 года. Информацию о смартфонах обнародовал авторитетный аналитик. Известный аналитик Мин Чи Куа опубликовал данные о характеристиках будущих iPhone 2018. По словам эксперта, будут представлены три гаджета. 5,8-дюймовое обновление iPhone X, 6,5-дюймовый вариант модели Plus и 6,1-дюймовая LCD модель. Об этом пишет MacRumors. По его данным, бюджетная версия iPhone с LCD-экраном получит рамку из алюминия вместо нержавеющей стали, а также одинарную основную камеру. Аналитик также привел таблицу, в которой подробно изложены спецификации каждой из модификаций iPhone. Также, по словам источника, 6,1-дюймовый ЖК iPhone может появиться в продаже в октябре. Это сопряжено с производственными сложностями. Что касается двух других моделей, то они будут доступны для покупателей уже в конце сентября. Ранее сообщалось, что в сети было опубликовано изображение с интерфейсом нового iPhone X Plus. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.